Putin. We will be ready to provide Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, CAR, and Eritrea with 50,000 tons of grain free of charge. We will also provide free delivery. Russia makes a significant contribution to global food security. Those who say it is not so are telling lies. Moscow is ready to replace Ukrainian grain supplies, with Russia expecting a record harvest this year. Vladimir Putin stated in his recent article, Vladimir Putin kindly invited the... Наверное, будут интересны еще несколько цифр. Украина за прошлый сельскохозяйственный год произвела порядка 55 миллионов тонн зерновых. Экспорт составил 47 миллионов тонн. Немало. Из них 17 миллионов тонн пшеницы. А Россия, уважаемые коллеги, Россия собрала в прошлом году 156 миллионов тонн. 60 зерна. 60 миллионов тонн экспортировала. Из них 48 миллионов тонн – это пшеница. Доля России на мировом рынке пшеницы – 20%. Украины – менее 5%. А значит, именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность и является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции. И те, кто утверждают, что это не так, что только... на обеспечение вот этой так называемой зерновой сделки по вывозу украинского зерна, просто извращают факты, говорят неправду. Ну, собственно говоря, это на протяжении десятилетий, если не столетий, является практикой некоторых западных государств.